Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем коротком видео я быстренько расскажу вам в отношении СТРВ-81, а именно частей на него из бесплатной подписки, в отношении шаров из лото-барабанов и антенн. Но перед тем, как это сделаю, я хочу вам сказать следующее, а именно, назову причину, по которой действительно стоит, по-моему, подписаться на мой канал. Дело в том, что когда я был обычным игроком и не вел свой YouTube-канал, мне тоже было тяжело разобраться в каких-то игровых событиях, разобраться, что необходимо делать, где что собирать. И пытаясь найти ответы на эти вопросы где-то на просторах YouTube, я в основном натыкался на видео от других авторов, которые просто сухо рассказывали о том, что вот есть такое событие, собирай, а где собирай, как, ответа все-таки не давали. Так вот именно на этом канале вы всегда сможете найти нормальные, внятные разъяснения, по которым действительно сможете разобраться, что вам необходимо делать для того, чтобы что-то конкретное получить, а главное, всегда будете знать о том, что и когда стартует заблаговременно, для того, чтобы не пропустить игровые события, ну и в частности не пропускать халявы. Так вот, ребята, если вы за своевременность, если вы за объективную проверенную информацию, обязательно подписывайтесь на данный канал. Стараюсь специально для вас, и да, буду разжевывать полностью все, а дорогие мои хейтеры, которые сильно умные и готовы во всем разобраться самостоятельно и считают, что выкладывать такие видео нет смысла, друзья мои, если вы не видите смысла в той информации, которую я предоставляю, вы просто можете пропустить конкретное видео, и я на вас обязательно не буду обижаться. Вот вы обязательно не пишите никаких негативных комментариев. Я стараюсь для тех, кому эта информация действительно нужна. Итак, ребят, поехали. В отношении частей на СТРВ-81. Я получил уже, ну, минимум, несколько десятков комментариев, в которых мне говорят о том, что ГСН, ты врун, невозможно собрать СТРВ-81 из этой подписки, потому что всего лишь 4 раза по 10 частей, а остальные 60 необходимо будет докупать. Так вот, ребят, давайте внесем сразу ясность. Да, действительно, только на 4 пунктах из 10 вы можете найти вот эти вот части сертификатов. Но только прикол заключается в том, что вы забираете не по 10 частей сертификатов, а на втором уровне забираете 10, и вот они уже забраны. Здесь заберете, как видите, 20, итого будет 30 у вас в копилке. На 7 уровне заберете еще 30, итого 60. И когда дойдете до 9 левела, то заберете себе легендарный внешний вид на этот танк, ну и, соответственно, соберете 100 частей сертификата на СТРВ-81. Сразу параллельно отвечаю на вопрос в отношении того, какая компенсация будет за этот танчик. У меня нет гарантированно проверенной информации, что компенсация будет в размере стоимости продажи данной машины, а именно 3750. Больше вам точно никто не предложит. Ну и поскольку это коллекционка, то я лично буду делать следующее. Когда я получу себе 100 частей сертификата на СТРВ-81, я объединю эти части сертификатов в один цельный сертификат, потом сначала продам СТРВ-81 и, в принципе, таким образом гарантированно положу себе в копилку, как вы видите, 3750 золотом, и только после того, как машина перестанет стоять у меня в ангаре, тогда уже обналичу свой сертификат и получу себе обратно танк. Вот такой математикой буду заниматься я. Как будете делать вы, безусловно, решать вам. Следующий вопрос на повестке дня, а именно, как быть с теми лотерейными шарами, которые повторяются, что с ними делать, являются ли они лишними и так далее. То есть, если вы купите себе, допустим, там несколько этих барабанов, допустим, 50-150 барабанов, и соберете себе повторение шаров. Так вот, ребят, если, допустим, мне еще раз выпадет 46 номер, как у меня сейчас есть уже в хранилище, и у меня их будет 2, то разработчики на прямой трансляции 25 числа присвоят конкретно вот этому шарику свою цену. Допустим, игроки, у которых в хранилище лежит шарик с номером 46, как у меня, получат за этот шарик, ну, допустим, 500 золота. Так вот, если у меня будет 3 таких шарика, то я, соответственно, получу за эти 3 шарика при обмене 1500 голды. То есть шарики лишними не будут. Просто вы получите 2, 3, 4, 5 наград в зависимости от того, какая конкретно цена будет присвоена вот этому лотерейному шару. Я надеюсь, с лотерейными шарами мы разобрались. Ну а теперь вопрос в отношении того, что такое антенны. Тоже есть ряд вопросов от игроков в отношении того, зачем эти антенны нужны, куда их приткнуть, потому что здесь, в принципе, ничего не понятно. Так вот, когда вы заберете вот эти вот антенны, они упадут к вам в хранилище, и, ребят, в течение
этого месяца, следующего месяца и частично в августе будут еще игровые события по типу подписок, квестов, ивентов, ну, либо каких-то рулеток и так далее, в которых вы тоже будете иметь возможность забирать эти антенны. Эти антенны — это условная единица, за которую вы будете в августе приобретать себе определенные награды, определенные наборы ценностей игровые, которые разработчики в августе выложат. Поэтому антенны стоит сейчас собирать, ну и, соответственно, уже потом обменивать их на какие-то ценности. Говорят, что будет действительно очень вкусно, ну а в отношении того, что конкретно будет, разработчики это скрывают от всех, и никто об этом не знает, кроме самих разработчиков. Поэтому, если вдруг вы попадете куда-то на канал, на котором вам скажут, что за антенны вам дадут по 50 тысяч голды или еще что-то типа того, ребят, можете смело не верить этому. Разработчики не распространяются в отношении того, что конкретно можно будет за антенны получить. Прогарантировали только, что точно так же, как за вот эти вот пульты, которые мы можем собирать в течение всего лета, а еще раз напомню, их необходимо собрать 7 штук, будет предоставлена какая-то годная халява, которая удовлетворит, ну, практически любого танкиста. Я за любую халяву, за любой кипиш, кроме голодовки, поэтому собирать буду все, что дают, а на что я там уже обменяю, это уже жизнь покажет. Если мое видео было вам полезным, пожалуйста, лайкните его, я стараюсь специально для вас и действительно пытаюсь быть своевременным. Если вы хотите видеть абсолютно честные обзоры на танки, прокруты рулеток, открытие контейнеров, если хотите знать, что происходит в нашей игре и будет происходить, обязательно подписывайтесь на данный канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие мои видео. Ну а я, друзья мои, пошел снимать следующее видео специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.